Перед началом массового шествия идет тщательная подготовка. Возле памятника Бадибек-Би разворачивают 16-метровый флаг. Его понесут первым до площади Независимости, а это почти 15 километров. Шествие, приуроченное ко дню государственных символов, в Шымкенте уже началось. Первыми несут флаг Республики Казахстан студенты, отличники. Нужно отметить, что этот флаг длиною в 16 метров. Марш начался от площади Байдибек-Би и продолжится до площади Независимости. Уже там, на месте, на площади Независимости, для всех жителей Шымкента пройдет концерт с участием звезд. Шествие в честь дня госсимволов стартует под звуки гимна Республики Казахстан. 16-метровый флаг несет молодежь, будущее страны, студенты и спортсмены. На двухэтажных автобусах ветераны труда и общественные деятели. Шымкентцы встречают участников шествия аплодисментами. Возле самого большого флага в Шымкенте на площадке «Символики» в парке Независимости с участием более 1000 человек звучит государственный гимн Республики Казахстан. Наш глава государства, наша страна уделяет своим государственным символам особое значение. Принят специальный закон о государственных символах. В парке Независимости школьники и студенты уже рисуют будущее страны. В каждой работе возвышается казахстанский флаг. А велобайкеры спешат удивить своим мастерством. Ребята кружат вокруг музыкального фонтана, где звучат патриотические песни. Я очень рада, что есть такие праздники. Пусть наш флаг возвышается всегда высоко. Ну, для меня это большой праздник, потому что, как вы знаете, госсимвол является основой любой страны, как и Казахстана, наш флаг, наш герб. И я желаю, чтобы наш флаг был в числе самых первых не только в спорте, не только в культурных мероприятиях, но и как в числе самых развитых стран мира. В завершении масштабного шествия флешмоб от шымкентской молодежи. Девиз только один – только вперед!